Invitatul meu este unul dintre cei mai arătoși și puternici luptători de K1 de la noi, Maxim Bolotov, câștigătorul ultimei ediții KOK, este acum alături de mine. Bună, Maxim, felicitările mele! A câtelea trofeu l-ai luat acum pe 30 septembrie? Ну, сейчас можно сказать, что я вернулся в строй, потому что у меня... Ай, фукуто пауза? Ну, не то, что пауза, у меня просто последнее время были неудачные бои, особенно последние, как бы, вот. И потому что я до сих пор 3 года, даже сказать, можно чуть больше, держал беспроигрышную серию. И вот эта серия прервалась. И сейчас я снова, как бы, вошел в строй, то есть выиграл бой. И надеюсь дальше продолжать эту беспроигрышную серию. Можно сказать, что у меня вот предпоследним боем у меня здоровье немножко подвело перед турниром. То есть зима, холода, простуда, все вот это вот. Как бы подвело немножко вот перед самим турниром. А последний бой не этот, а предыдущий. Да, то есть, пенультимум. Да, получается, что у меня соперник поменялся буквально за считанные дни до турнира, и можно сказать, что я просто не подготовился. Ага. И допустил такую вот маленькую ошибку, что вот согласился, не подготовшись, и вот поплатился. Вот. Че фач, че симц, кэнд перзи лупта импортанта? Ну, досадно, обидно. Вот, и как бы больше переживал вот как бы за то, что вот, ну, поклонники, конечно, ожидали от меня победы, но, увы, и мне, я их разочаровал. Avem imagini cu tine de la KOK. Spune, știu că fiecare a fost de multe ori acolo, știu că fiecare luptător are o piesă cu care iese pe ring, da. Se schimbă. Ce piesă ai tu? Tu ești ну, я всегда, то есть, перед каждым турниром я всегда прослушиваю какую-то новую музыку, или вот та музыка, которая меня больше всего вдохновляет. У меня нет особенного... А, deci schimbi, de fiecare да. дата и alta. То есть, у меня каждый раз, у меня новая... Новый заряд энергии. Чем музыка, чем песня тебя дала сакума сукцесу? Сейчас я выбрал, если все знают этот трек, это Сэш Эквадор, это еще с 90-х годов. А по цифреду не зимпи? Ну, там получается так, мелодия тан 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 Эквадор. Да, сигур, ага, а еще классно, что тебя дала сукцесу. И это вот как бы микс уже нашего поколения. Вот, и, конечно, я помню, еще с этим треком я выходил в Казани на турнире «Татнефть», и там тоже вот публика... Ты когда... гад оттуда? Да. А, значит, гада, требуется идти с этой песней, с этой сейчас дефекаре даты. Эквадор. Молотов. Болотов, Эквадор. Ну, так да. Мне называют. Болотов, Молотов. Болотов, а ты как здесь, весь меня винишь, да, не вот хочу, вот поэтому вот меня уже стали так называть. Болотов. Молотов, коктейль Молотова. Așa. Zi-mi, ce alte trofee, ce lupte importante ai câștigat în afara Moldovei? Pentru că, știi, de multe ori eu mă gândesc că, nu știu cum se întâmplă, cam aceiași, voi aceiași luptători luați premiile, ori de câte ori ajung la K1, deci ori e Bolotov, ori e bine, acum Țuțu nu mai joacă. Zi-mi încă. Ajutat deputatul. Da, e deputat, da, v-a lăsat vouă trofeile. Nu sunteți foarte mulți luptători care, să zic așa, блестят на международной да, арене. Кытьва, да. Сейчас спустим. Ну, можно да. сказать, нас можно посчитать на пальцах. Это, да. Можно сказать, я, Сергей Марарь, мой одноклубник, который сейчас скоро будет защищать пояс KOK в Риге. Потом вот сейчас Станислав Реница тоже да, будет защищать. Да, категория де грео, да, то есть у нас да. всех категория всем разные. Да, уйте ту, че два челе май фрумасе виктории, по которой ля кыштигат, на фара цари. Ну, в Казани, Аша. Соответственно, потому что вот, это был 2016 год. Потому что все молдаване, которые ездили на тот турнир, все постоянно проигрывали. То есть уже пришла моя очередь, просто мне очень сильно хотелось попасть на тот турнир и прервать эту проигрышную серию. Вот, и у меня это получилось. Вот, меня там запомнили, то есть мой выход, как всегда, дал свои плоды, что всем понравилось. И, ну, показал эффектный бой и плюс эффектный выход. И, конечно, и эффектный уход. Așa. Tu râzi foarte mult spre deosebire de alți luptători. Te ajută muzica pentru că trebuie să le amintim celor de acasă că și mixezi în cluburile din capitală de câți ani ești și DJ? Ну, с 2006 года, уже около 11 лет. 11 ani DJ, 17 ani luptător K1. Da. Și ai mai făcut și alte sporturi pentru că ai și o înălțime destul de bătătoare la ochi, așa. Te vezi de departe? Да, конечно, у меня, слава богу, зрением все хорошо, вижу хорошо, глаз алмаз. Ну, петине, петине тебе видели, потому что я а, 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 а,
Ай факут волей, баскет? Волейбол, баскетбол, футбол. То есть, ну, мне всегда очень нравится баскетбол играть, потому что это, я, можно сказать, все детство провел за баскетбольной площадкой возле двора там. Вот, поэтому можно сказать, что... Да. Мне, я бы хотел, бы, конечно, играть за сборную МЛО по баскетболу, но, увы, к сожалению, я... Ты интересовался, так музыка есть та, которая тебя ажута с зимбеешь, с фиеш, а луминос, солар? Сам человек по себе такой, можно сказать, добрый, как бы, вот. А музыка, конечно, да, я люблю эмоциональную музыку, люблю слушать такой стиль, как транс, Армин Ван Бюрен, вот такого вот, да, то есть музыка, которая для души. Pentru suflet. Pentru suflet. Ai 1,90 m, prietena ta cât de înaltă trebuie să fie ca să nu te uiți așa la ea? 1,80 m cel puțin? Nu, 1,73 m, 1,72 m. E bine, mai puțin e greu. Nu, zavisit. То есть, как бы, конечно, хотелось бы так, но уже... Ai o iubită? К сожалению, так. Nu. А, da. Da sau nu? Сложно ответить. Am înțeles. Deci, așa, dacă aveți mai mult de 1,73 m, mai aveți șanse la inima lui Maxim, pentru că el încă este indecis la acest capitol. Maxim, felicitările mele încă o dată. Te mai aștept la o seară perfectă. Vii odată, poate, când la cupul Pitru și mixezi ceva aici, dacă iese. Nici o problemă. Încă o dată, felicitările mele. Mulțumesc.